Ну а что делать? Кто вылазить будет на него? У меня нету стамин пока что. У кого хп больше всего тут вылазит? Ну точно не я, блядь, посмотри на моё ебало. Разноцветное. А, ты Ксаларду. Нет, ты Саладор. Саладор. Произнеси свой ник полностью. Заладор. Они на сушу пошли? Они пошли за Альфу. Решили ко мне прийти. Но я одному ебало накусал. Там двое еще пришли. Вот этому хорошо накусал. О, слушайте, а этого надо хуярить. Там одного я прям очень сильного накусал. Добили. Хорош. Один уходит вообще, убегает. У него, походу, стамина горят. Я чувствую боль. У меня лоу хпшный очень. Пожалуйста, я хочу, чтобы у тебя кончилась стамина. Добил, второго добил. До того преследовал. У меня последний. Блять, бублик стамины нету. Иду к тебе. Да, у меня тоже голяк. Сейчас я прилягу и буду попытаться догнать. Он уже идет пешком, у него походу стамины нет. Я дал один укус ядом. Блять, ну у меня фулл стамина, сейчас буду бежать к тебе, ну блять, я пока добегу. Вот у меня сейчас фулл стамина, бегу. Блять, а там конечная. Бровня. Там ник Брауни, бровня. Да он ребенок, блядь, он не знает английский. Не, ну просто, блядь. Бровня, да, да, бровня. Бровня, блядь. Бровня. Теперь атака буду звать. Это бровня, ну ты чего? Все, всех съели аликов. Последний остался. Бублик. Эй, бублик, если съедят тебя. Это будет грустно, конечно. Сало, у тебя нормально по спине? Я убил его. Бегу снова, уставил. А, уже? И нахуй пинали. Спать, сучата! Ой! Там какой-то ерма. Я вот с таким хп, блять, побежал за ним. Да, по пути похилился. Ну что, теперь ты будешь как я? Или хуй его знает, не знаю. Коночка бегает. Точнее, метрик, блядь. В деф. Моё. Всё, изи квест сделал. Блин, травика бы какого-то убить еще. Вообще классно будет. Mm-hmm. Я вижу, там бегает много, кстати, кого. Вот прямо куда ты бежишь, на другом берегу дальше. Mm-hmm. Я почти захилился. Там бегает. О, там травик бегает как раз, слышь. Стирака. Mm-hmm. Там два, кажется. Два стирака, да. А мы сможем завалить? А, энкилы еще. Бля. Не завалим. И еще, по-моему. Не, это целое стадо. Mm-hmm. Блин, стирака прикольная, кстати. Мне нравится. Можно разъебывать бегать всех. Тут согласен. Я что-то раньше думал, то, что он слабак вообще. А потом оказалось то, что он как Альберт. К нам бежит. Но он нас не видит. Он услышал. Я под воду ушел. Че, может попытаемся? А, да, сиди. О, блин, у него приличный.
Кентру. Угу. Я хочу этого додушить. У меня со стаминой очень. Я ухожу. Нам жопа. Все, я уплыл. Я тоже. О, нет. Это что? Это Фигуана, я правильно понял? Да, пусть берет. Сейчас зайду уже. Она в курсе, что бесконечно можно делать? Ты ее под ноги кусаешь? Ага. Хорош. Ай. А ты не попадал по ней, смотри, у нее нет яда даже. Да попадал я по ней, я видел. Я видел и яд у нее из ног, и как частички крови падали при попадании. Но я не всплываю, я чисто под водой, суть. Я по ней хуярю. Ну вот. Я не понимаю, почему частичек не было, когда она вышла. Не знаю. Чего она поплыла вообще к нам? Я типа из-под воды ее по пяткам похуячил. Ну вот. Че, я не против, пусть еще прыгает. А чё у тебя так много хп, не понял? Не знаю. Давай тогда ты её бей, потому так что... Так я её и бью. Я просто по пяткам хуярю. Обоссаться. Ой, кого это сломали? Люк усилия. А, Анкила кого-то похуярил. А что это такое? А чё он сразу на третью сторону напал? Это латинка или что это? А что это такое? Это вообще Струхио, по-моему, нет? Она убила Струхика? Да. Блин, надо было мне его это сделать. Чего они вообще нападают, типа, на этот... третьей стороной сразу. Так, а это не третья сторона, это ж Анкила напала до Струтика. Ну, он же ее не кусал. Не, я понял, типа... У вас файт, у вашего стада файт. Ой, Анкила поплыл. Серьезно? Слушай, третья сторона это не такое уж и правило. Типа, тебе надо просто убить всех. Не, ну от Анкила я не ожидал такой наглости. Блин, жалко, тут острова никакого нет, типа, отдыхать. Стамин, офигеть. А, Алиарам, куда я смотрю? Да. На суше. Давай я буду кусать пока что. А я агри, ты кусаешь. Чисто по пяткам. Пятковые воины. О, нам покушать принесли. Воруй рыбу. Ой, злой человек. Ебать, сколько у нее яда? Я не знаю, много. Кого? У Игуана. Игуана Дон. Ну я очень... Я просто плавает за ней и кусает. Сколько ты уже укусов ей дал? Много. Сосчитайте.
Она попасть не может. Ой. Тут анкила плавает, если что. Да, я понял. Да я попробую анкил. Нихуя уебал! Хорош. Больно. Ты чё? Это чё? Наша территория, тут запрещено лежать. Ты старайся плавать под водой, чтобы, ну, вот в таком случае быстренько подплыть из-под воды и уебать его. Угу. Я пойду отплыву чуть-чуть, похилюсь. Да-да. Ты можешь к речке подплыть, я там немного полежу. Я туда и плыву. А. Под водой просто. Наверное, сейчас в ком зайду. Давай. Ко мне Кентра бежит. А, нет, мимо пробежал. Не понимаю я, конечно, их логику. Они действительно надеются нас убить? Ну, не знаю, ну типа, может, им скучно, они такие, давайте подушим. Это травоядный, ты о чем? Ну да, какое веселье. Им насрать, у них даже от этого веселья нет. Они хотят, они пойдут и убьют. Ну, анкилоп, короче, под водой очень неудобно бить. Да? А вот анкилу, а этого игуана вообще кайф, просто по пяткам кусаешь и... Да, да. Не, её спины сейчас заходит так бить. Ему тоже просто в ноги заходишь и все. На саркозухе каком-нибудь. Там спина идет, беги, беги, спина идет, уходи. Сука, ну я на дно залягу. Да, да. Я отойду. О, он за этими гоняется. Не, ну нас не слышно в воде, мы можем этим пользоваться. Да. А я просто съебался, просто сейчас прячусь. То же самое. Слушай, а мой спиныча... А у меня стандарт. Плаваем быстрее, чем он. Мы случайно не сможем просто его добить, если его нахуяли? Посмотрим. Стараемся. Можете. Слушай, я не могу сдержаться от... Чё там, жёсткая разведка? Желание Струтика хуйнуть там. Струтик вообще лоу хпшный. А. Нету Струтика больше. И игуаны тоже, кстати. Похилься. Полежи где-нибудь в кусте, просто посмотри на мне. Да я так посмотрю. У меня двойной дебаф. Ой, этот баф. Интеллигент стабильный. Ой, сломали кого-то. Спиныча сломали. Так да, там анкилы. А, спиныча минус. Короче, сейчас будет. Он кого-то убил. Кентру убил. Сейчас минус Струтик второй будет. Добьем стадо, добьем. Нормально. Все, так тут Кент, только анкилы и стадо осталось. Все остальные подохли. Все, спиныч сдох? Да. Одна анкила, лоу хпшная. Все, спать, блядь, сучара. Ебать, бойня. Ой, прилично так. А у них блит, ладно, отсюда. Киньте пати, зашел. Окей, сейчас. Бля, вкусно нам стало, конечно. Да, не особо удобно. Так, какой у тебя ник? Фантом. И чё, Фелк, слышу шаги? Царка. В жопе.